Настоящий душ приняли жители одной из многоэтажек по проспекту Победы. Ранним утром около дома прорвало трубу, и под давлением из-под земли вырвался фонтан воды высотой с девятиэтажный дом. Залило десятки квартир. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Вот такой фонтан горячей воды забил ночью из-под земли на проспекте Победы. Высота струи с девятиэтажный дом. Кипятком залило крышу высотки и все квартиры с третьего этажа. Вода бежала из розеток и стекала по люстрам. Капец, уже и здесь начинает протекать. Там за телевизором, а там телевизор, там провода. Видали, какой стройки прям было? Квартиры вода попадала уже ледяной. На некоторых этажах ее было по колено. Электричество сразу же вырубили. Жильцы в панике стали одеваться и выбегать на улицу. В 4 утра эвакуацию помогали проводить сотрудники МЧС. Потоп дома начался сверху. 9 этажи, там 8, там вообще хана. Просто там затопило все, вообще все, насквозь мокрые стены. У меня мама проживает на 6 этаже. Когда струя лилась вверх, она замерзала, соответственно, из-за холода. И поступала в дом уже вода ледяная. Большинство временно поселили в ближайшей школе, а это уже последствия. Вся округа мгновенно превратилась в каток. Льдом оказались скованы припаркованные легковушки. Теперь коммунальщики устраняют последствия аварии. А ведь выключить подачу воды мгновенно, по словам сотрудников ЖЭКа, было невозможно. Труба могла взорваться, поэтому давление снижали постепенно. Но воды накопилось только, что затопило проезжую часть. Движение трамваев оказалось невозможно. Ремонтные бригады вручную очищали трамвайные пути от наледи. Движение транспорта было восстановлено к 10 утра. Тем временем компания ООО «Челябгэт» намерена подать исковое заявление на возмещение убытков виновнику аварии. Впрочем, накануне на Комсомольском проспекте ЧП случилось с рейсовым автобусом номер 31. В моторном отсеке произошел хлопок, а потом салон заволокло дымом. Люди в панике, а в салоне было около десятка человек. Все повыскакивали в сугроб. Следом ехали инспекторы ГАИ. Они оцепили территорию и дождались сотрудников МЧС. Оказалось, всему виной короткое замыкание. Пострадавших нет. На проспекте Победы пассажирам пришлось спасать маршрутку. В районе остановки кинотеатр «Искра» микроавтобус не смог подняться по склону. В мороз люди решили ее потолкнуть, чтобы не опоздать по делам. Давай, мужик, один прям толкает. Давай, студент. Он борется просто. Чего я стою? А этот шофер Пазика поторопился. Хотел сократить путь, в итоге застрял в сугробе и остановил движение трамваев. Это дебилы. Впрочем, в металлургическом районе маршрутка номер 60 тоже оказалась разбита. Пострадавших в этой аварии нет. В Копейске не поделили дорогу целых 3 иномарки. Кто устроил это ДТП, будут выяснять полицейские. Авария и около Успенского кладбища. Разбиты 2 легковушки. Грузовик въехал в сугроб. Как случилась авария, полицейские поняли, отсмотрев запись камеры наблюдения. По предварительной версии, легковушка при повороте налево не уступила дорогу грузовику. Рядом с МИАСом легковушка залетела под КАМАЗ. Пострадала 82-летняя пассажирка ВАЗа. Ее госпитализировали. По предварительной версии, 30-летний автомобилист не выбрал безопасную скорость движения и влетел в прицеп большегруза. В садке столкнулись 2 ВАЗа 7-й модели. По данным ГИБДД, водитель одной из машин не справился с управлением. И вот результат. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21107. Пассажирку одного из автомобилей госпитализировали. Водители не получили серьезных травм.